сейчас едем в БТРе к Дебальцево. Здесь мы должны заснять почку У, которую вчера укропы нам 15 числа отправили сюда. Говорят, их уже две. Она не разорвалась. Мы сейчас находимся на 238 высоте. Как вы слышите, отсюда бьют градами. Это вокруг Дебальцево. Сейчас мы идем и покажем вам точку У. Мы таки дошли до этой точки У. И как вы видите, это ответ пана Патрошенко на мирные соглашения минские. Расскажи, пожалуйста, боец, когда это было? Примерно в час ночи. Вчера. Проснулись это. Что был большой рабочий разрыв. И взорвало. Впереди прямо лежит головная часть. Ваша головная часть. Вот ее запчасти. Как мы можем видеть, это ее головная часть. Подойди с ними поближе. Слава Богу, она не взорвалась и не долетела до своей цели. Ибо город мог пострадать ей очень сильно. Такое оружие, как вы знаете, запрещено всеми конвенциями